Хильти. А там он, кстати, вчера что-то разворачивался, кого-то просто ваншотил каким-то скиллом. МК, да, есть такой, забивать кастом. Это типа МК. Надо мне сидеть там, да? Да, МК. Ты что, почему-то на страховку бить, блядь, я за тебя умер, нахуй. МК надо распределяться, короче, кто кикает каст. МК дается после того, как мы оружие убиваем. МК дается на четвертой фазе, когда кель непосредственно... Когда мы челов уже убиваем, да. Вступает в бой. А, когда фениксы, короче, маленькие, да, появляются. Угу. МК будет только эту фазу. Ну, это так-то кринжово вообще, там эти фениксы по КД летают, плюс надо босса дамажить. Ну, фениксов не обязательно дамажить. Они когда в яйцо падают, тогда можно убивать. Они же сами горят, типа, потихоньку. Это не приоритетная цель, но... Там главное яйцо загрустить потом, да и все. Когда я, если яйцо будет взрываться... А мне кажется, мы сможем убить это, потренить, если... Конечно, сможем. Даже с этими фиксами всеми. Ну, типа, я дамажил, условно говоря, 19, сейчас дамажу 17. Типа, на 2000 ДПС они срезали чуть. И то я, типа... Ну, ротацию не пробовал другую. В ротацию? Да, тебе. Понял. Извини. Извинись. Ну, извини, блин. Нет. Ну, блин. Хрум ее. Как раз босса похилить. Я так понял, ты типа пушкой ударил челика, и 30 секунд на нем не может быть МК. Главное, что ты его сбиваешь. Там, по-моему, КД на то, чтобы снова убрать МК 30 секунд. Ну там... да. В смысле, ты одного вывел, и следующего 30 секунд не сможешь вывести. Ну да, типа, время действия 30 секунд. Надо будет попробовать. Там написано, 5 целей, нет? Он может применяться до 5 раз. До 5 раз подряд. А теперь КД пошел 30 секунд. Типа, ну, мне кажется, это... Хотя, ну, на каждую цель вешается по 30 секунд просто, и все, и 5 раз. И пока с первого не спадет, ты не сможешь еще раз, типа, снять МК. Там сколько берет в контроль? Трое? Троих. Да. Ну, по сути, ну, можно ударить под эти троих автоатакой хотя бы. Быстро именно. Там еще можно, короче... А тех, когда ветерок применим на нем, кого берет контроль, ненадолго забежать в лузу. Они сами выйдут из контроля. Блин, ну как бы сейчас отсюда 4 варианта. Подожди, как они будут? До контроля. А, так они откуда знают? Да всему рейду надо забегать. ГЦ гомосек. Отводим вниз. Я умер. Бам-бам.
Наверное, потому что мобов не взяли. Ну, а если еще и стан бы диспелили, вообще было похуенно. Диспелит, диспелит. У-у-у, задувка. Ну, кто танчит, блядь? А, я понял. Качественно. А за кем обы идут? Хэллоуин, там еще кто-то. Круто. Invisible, по-моему. Будем катить, короче. Ебать, нихуя их. Да их там 20 штук идет, как кайти. Как это? Ардан, как лежит, все нормально? Угу. Блять, не могу присесть, кнопку сменил. Сука. Обидно. Привет, Уля. Привет. Че делаете? Страдаем. Херней страдаем. Какой? А у вас РТ, что ли, сейчас нету? Вайпаемся есть. На трэше. Вока. Это есть самая херня. Все понятно. Ты посмотрел, просто 18 человек. Странно. Да, это очень странно. Да. Ну, я не знаю, я не буду туда подходить бить. Не буду, а это с умом называется. Там ебаник сломают. Ну, я не знаю, разведите их, два танка есть. Или что, будем? Да сейчас залью. Класс. Класс тогда получается. А какой божественный это класс, блин, помойка, блин. Помойка, говорит. Помойки плюс ча. Мордаун со своим ШП. Тебя, блядь, пиздамажу нахуй. Скарагер нахуй. А, опять патч не работает. Прикольные реворки. Спасибо. Спасибо, папаша, за этот реворк. Ну, потеть красного дальше. Цвета.
все заново, я не знаю. Может, это я тупой, не поставил патч, но я вроде поставил. Хуй надо, да, скажи. Ого, это что, боешка? Сейчас такое, лут распределяет ответственно, ебать. Ох, там эта боешка 127 голд стоит. Okay. На ханта она. Ну-ка, что за боешка, откуда она? Ладно, пояс, например, что он такой. Кстати, пояс-то имбовый, да. Надо себе, может, потом такой купить. На ханта, да. Какого ханта, блять? Когда можно сейчас? Какого ханта? Старый хрыч. Вау! Еще 150. Я там обкололся, нахуй. Чисто навары хотел. Кастар, ПБ. Навара. Да, я навара хочу. Да, навара. Ну, в смысле, денежного. Наваров-то 5. Нахуя тебе там хаста? Нужна... Я себе... В фуликах разгоняется дотка. Нахуя тебе фулик? Какой же я слабый, ё-моё. Не хочу на ШП. Срываю агро. На ком? Не хочу ХП. Армсам играю, ёб твою мать, армсам. Да, блять, ваши армсы помойка, блин, там три камня на свет, а меткость, блин. Охуеть. И чё? Да. И чё, а я хочу. Там, а блять, там, блять, Блейдшторм, сука. А это я покрутился, как... не... Да покрутился, как бы пьяницы на помойке сидят. Армсы, ёб... Нахуй надо, боже, Блейдшторм, блин. И чё, ёпта, отцовский, у меня свой Блейдшторм каждый 6 секунд. Так там в Т5, так там, прикинь, там в Т5 у тебя, блядь, и этот, и вихрь тоже есть в армсе. Да нахер этот вихрь мне нужен, блин. Остаться опять меняться, это параш, блин. Там! Ой, короче, все, отдыхай. Тут параша, там параша. Мне еще до Т5 навали, знаешь, как пешком до этого, до Москвы. До магаза. До магаза, нет. До магаза быстро, кстати. Ой. Нет, до Москвы бить пидоть надо еще. Котика 2. Не знаю, рейд-кликну себе 2Т5, что ли, ёпта. Что делаешь, что нечего? Да хуй знает. Я имею в виду на варе, блядь. Ну, они на ДК, чу ты. Ну да, красы тени там есть, а такое хули еще делает. Ну. Можно хуярить. Так знаешь, что мемит, а самый котик там по кнопочкам хуярит такой. Да, я понял. Будешь так же, блядь. Не, точно. И че. Нормально там у тебя сижу? Ебать, наручи падают. Это все разные были? Или мы одни и те же ролим? Это все разные. Это одно и то же все. О! Very comfortable. Markdown. Ну все, блядь. Сколько ты кинул? 90... А, слышишь, ты кинул 97, я 97, и тебе отдало. Жесть. Ну, потому что лежать. А, на варах хоста есть. Лежать плюс сусю. Ну все, похуй, шента есть, ты как бы вообще поебать. Пришли ёб такие любить дауны. Блять, что с тобой сегодня, блядь? Ты какой-то реально. Просто фанаты, ёбцы, Рональдо. Шии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 иii Нифига! Бурито вам заказать, сэр? Сир. Сир, бай, сир как... это герой в Апексе такой, вообще-то ты чего, дурак? Сирота, блин, за слово. На 14 тысяч. Очень приятно, Катрисия. Это взрыв разума стал критовать нормально. Я хоть сирота, но у меня есть ноги. Бам, ебать, 17 тысяч. Скидываемся тебе на этот, блядь, на дневной оклад. Да. А надбавки. Прикинь, там оклад 200к.
Ой, пул. Минус 2. ДПМ. У нас, блядь, минус 3. Я понял, блядь. Вот так вот, ёпта. А вы что думали, дураки? Вообще, похуй, даже дверь открыта. Спасибо, уважаемые. Очень приятно, добрый вечер. Ооо, сюда. Катрихи будут. Ну ты в танка тогда. Слава, давай три хила лучше. Три. Давай два тогда, может. А чё, вы одного не справитесь, блядь? Бичи, ёпта. Не можете, нахуй, прожиматься не умеете? Нас вон, я уже. Флешки покидают, нахуй. Это чтобы не спекаться в хила. Да. Вы? Гениально. Я уже ману отрегенил просто. Можете плюс на название будет? Этого? Это пора скинуть. Давай, хочу свою ерму крушить. Всем привет. Зачем тебе? Сори, форс-мажор. Чё, форс-мажор смотрел? Да, опоздал. Заходи, место есть. Даже два. Кстати, такой вопрос небольшой. А все обязательно должны эти героические оружия одевать? Или можно похуй клеивать? Всем. Ну, хилам он обязательно. Я бы выхан не снимал. Я бы тоже. Он дается косарь СПД, посох. Так мне хаста нужно какой-то. Вы что, тюбики уже все объяснили. Не, я про ДД. То, что он, они статовые. Я на совет тупо из-за СПД, там больше 500 СПД от выхан. Там 303. Он называется посох распыления надо взять, да? Да, распыли его. Да, хилам, по-моему, там... Main hand. Да я про ДД. Я про РДД. РДД? Ну я не знаю. Мне посох понравился. Ну я беру даггер лук. СПД. Ладно, сейчас. Тогда тут быстренько. Еще там кто может брать даггер, берите даггер. Блять. Вот что там открыли? В чате написала, что предлагаешь Косте пати. А, не пришло. Еще раз скинь. Чё? Посох. Че, ставь метки, да погнали. Спаление. Смотрите. Ага. Лоб летит. А, ну я тогда тоже кличу. Так, а что за хуйня? Ой, ему еще дохуя делов лететь. Косты можно сбивать. Фаерболы. А, выпить. Угу. А кстати, в тактике там челики не пьют. Этих фениксов, они как-то сами умирают. Ну, они сами сгорают потихоньку. Фениксы сами сгорают потихоньку. Когда он превращается в яйцо... Яйцо надо зергнуть. Быстро. Почему я маленький? Только вопрос. За то время, пока они сгорают, не вылупли... Ну, не кинет он еще фениксов. Они же хаотично ходят, правильно? Фениксы. Нет, ну... Ну, можно забрать их. Они да. Хаотично ходят. Разве? Ну, агро набираешь, да и все. Их вчера водили. Катрисия, ты не на заводе работаешь, ты в озвучке работаешь, я понял. Сейчас понял. Сидит там, ёпта. Компьютеры покупают каждую неделю. Ну, хули ты хотел?
Опять этот же рэпчик, блядь, читает. Отойду на минуту. Да пиздец, блядь, он даже сидит, блядь, и все распальцовки кидает. Это чистый гангстер. А, ну хоть скажи. Руфло какой-то. Руфло моделька. Ну ничего не скажешь, ладно. Привет, ребята, что делаете? Привет, играем в Вов, а ты? Привет. А мне так нравится. Я знаю. Че там, хапнул что ли или че? Чисто заходит в Дискорд, пацаны, мне так нравится. А что тебе нравится? Да вообще все, в принципе. Ситуация сама. Да, охуенная. Сегодня хороший день. Уже бы и ВК занесли. Ага. Я бы занес топор тебе. Долбиться в задницу. На чемпах бы блядь, до сих пор вайпались. Да хули ты чемпионы, господи. Нас вон, видишь, сколько друидов боги контроля, блядь. Натуре. Хочу шаверму. Шаверма, патруль. Бля, хотел сделать бутеров, а понял, что у меня все есть. Но нету хлеба, блять, или батона. Это грустно. А у меня есть. Да просто пожарь пельмени и вывали туда все из холодильника. Ой, ебать, она даже лежа танцует. Охуеть, ты там яйца, помидоры, огурцы, майонез. Нормально, нормально. Ебать, что это за хуйня? А двор будет лежа танцевать? Это наш рейд. Так, я пока в это ребутнусь, патч поставлю еще раз. Посмотрим. Все, все о, прибыли. Чилит. 10 секунд. Смотри, как она руками дергает, лежа. Что это, блядь? Так у меня дворф тоже. Там распальцовки, блядь, кидает какие-то. Хлопает. А ну, подожди. А ну, давай, давай, давай. Жми, 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 блядь. Ой, а чем встал? Не, он у тебя лежит нормально. Он лежит? Да. Тебе надо как-то скин по это подергать, чтобы рыжим стать. У тебя Гогельмогель есть? Mm-mm. Надо делать. Гогельмогелем можно было бы пообузить. Либо если бы ты воргеном был. Ну, попереходить форму, да. Ой. Мне так нравится. Yes, sir. Сэр, yes, sir. Это слава. Ты релогаешься там, что? Ты релогаешься там? Да, да, есть. И в реале релогнулся пару раз. Кстати, как качать видосы с этого, с ВК? Не подскажешь мне? Какой секрет знает только Void Fury? Мне надо кое-что скинуть в эту фудилку. Интересно, где дебаф? Как так? Ну-ка это, можете щитки навешать? Я тебя в друзья ВКонтакте добавлю, скинь видос. Давай. Давай. Кидай ссылку давай на страницу. Я боюсь, меня забанишь. Я? А, нет, 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 нельзя кидать мне. Гомосяк, убери эту хуйню, ебаный в рот. Че еще раз? Нет, я не буду кидать, пожалуй. А, все поставили, приколю. Почему? Я должен оставаться в тени, никто не должен знать, кто я такой. Почему давай я тебе кину, чё ты мозга ебёшь? Вот Катрисе без. Я ж тебе сказал, на 5 минут и можем не пулить, я уйду. Хуя ща. Погнаем? Подолбиться за один. Добро пожаловать в будущее. Очень
Хватай ее, камень возвращения, и все, целых 15 минут свободы. Да просто бей! Кого бить-то нахуй? Их тут 4, блядь, 5. Они по очереди будут выходить. Левого. Плут, убейте, блядь. Кто это делает? Этого кайтите, мордаум, кайте. Ох, блядь. Пельки отбегайте. О, какая жалость. Бля, у него еще фрейм маленький. Бля, ну да, далеко убежал, круги так навалил. Меня откинуло, ты видел? Да, да, его откинуло. Ну, пизданул просто. Спасибо. Опять за мной, тварь! Опа! Он на Кусаку смотрел, видели? Он правый. Кусак не хотел бежать. Я могу типа ванишем скинуть агро. Ну да, только оно на рандомного чела скинется, не делай так. Ну да, да я просто проверил. Да, мапу в холле, дринка. Тремор? Да похуй мне вообще. Ну мы с Хеллавра в одинаковых пати сидим, поэтому... Поэтому ни одного не поставили, да? Мой стоит. Ну не знаю, 4 секунды бегал. Стоит. А у кого-то психоз резкий, значит. Мелики не подходит. А, мелики не подходит, я мелик. Mm-hmm. Подходить, подходить можно, но ты вихрь затейгеришь просто, и все. Вот, еще и за медло вешает, блядь, душная тварь. Ну-ка, давай проверим. Ой. Хули в меня. Охуеть. Да. А, она откидывает, но за медло не кидает. Я слышал мёртвый. Да чё, чё было? Поджиганием охуярило кого-то, да? Ну да. Поджиганием, поджиганием. Дистанции все в пачке стояли. Дистанцию ещё надо держать. Между собой. Дистанция, вот, поджигание на холи дринг. С ним стоять рядом нельзя. Оп. Ай, не повезло. Так, кину диван по бидону. Давай. Спасибо за рез, вообще очень грамотно. Я иду бить. Блять. Вот, пустите меня. Ой. Нахуй. Бэ. Кто меня? Это не вставайте. Ебаши кавазек. Катриси, у тебя Мерседес сигналит. Тормозек, сдохни, подойди, блядь. Поговори со мной. О, сдох. Лол. А теперь еще узнать. А зачем мы другую фазу запустили? А но он умер. Мак... Она. Ну все, все. Она все сдрогнула. Войт, видимо, встал. Нет. Он в пустоверте. Он суммонит, походу. Кого? Кого? Не знаю. Вы смотрите, где он? Ну, в пустоверте, он типа за инстом. Нет, он типа далеко от инста. Полетку открывать пошел или чё? Пару квестов сделать, честно. А чё, может, суманем его? Сам шкафчик, сумон. Ты быстрее, чем он будет сюда ногами топать.
Давайте говорить вместе 3-4. Локи, дайте огурцы. А чё, огурчик? Магматический котёнок. Меня кто-то звал? Хочу огурчик, что? И тебя не понял. Я ни единого слова не понял. Понял только, что ты хочешь огурчик. Чуть же в сани ставили никого. Только танец. Во. Не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаля-Норре. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Чего так далеко водить? Так, все на раньше. 10 между собой держите. Потягаться с моим главным инженером Телоникусом. Так, у этого челика что? Я забыл бомбу, да? Угу. Лол. Пять секунд бомб. Да, он не успеет.
Так, я бью дагер. Псилу надо косты сбивать. Прохило. А лук надо отворачивать. Да тут как-то, мне кажется, уже без разницы. Лука уешь. Теперь как его подобрать? Можете отойти отсюда? Я ничего не вижу. Что из залутал? Без разницы, все можешь лутать. И все залутаешь. Какой-то кринж залутал. Мажу яд. А где лук? Посох около кинжала. Вон там вот сбоку лежит лук. Вижу. С левого края. Опа. Около кильтаса посох. Кинжалы набрали? Да. Я взял. Ханты оденьте сразу. И там стрелы, по-моему, юзаются тоже этим луком. Чё за хуйня? Вообще не понимаю, что происходит, блядь. Где палка, нахуй? Накатаясь палка? Ну, по-моему, знаете, нету. Что, кинжал, что ли, блядь? Бери дагер. Кинжал. Дагер, но. Нахуй это вообще надо? 277 стал таким, 237. Дроник челиков. Отойдите, дагер. Сейчас риснется вар, блядь. Он пизда ну, будет. Ну, типа, посох косарь 400 дает СПД. То есть, вообще запредельно. Да, кто вара танчить будет? Делал посох. Все. Которую? Контроль челиков надо будет дагером бить. Да контроль будет сниматься. Что делать-то, блядь? Бьем вара. Вара. Из них вара. Первого самого первого били, который преследует всех. Он метка ханта. Ой, блядь. Блин, мощная дезориентация. Это кринжово. Я бегу. Он сменит таргет или нет? 3 секунды. Отойдите, милики. Смотрите. Сменит таргет, отходите от него. Сфе. Он сменит. У него еще маленький хитбокс такой кринжовый. Не зашел, хороший. Кусаки, пизда. Дальше звездочетом? Там только РДД, да, плюс ранишь. Да, РДД. Рарник, отойди. Вика, а могу Телониса побить? Может. Блять, эти тиры, сука. Это Телонис бомбу пускает? 5 секунд. 5 секунд бомба. 3. Пасифей дисконнект. Все, взорвал. Петарду сюда. Угу. А, ну мне показано просто дезориентация, ну и... Это посох работает. Да, да, с посохом. Ее нет. Бомба 5 секунд. Я, наверное, Геру бы оставлял на следующую фазу. Это Феникс выходит. Бомба 5 секунд. 2 секунды. Блин, хороший ДПС не видишь, что актуально. Кельтас появился. Чё, я иду к Кельтасу, сбиваю косты?
Чего? Сты. Касты скельтасу сбивай. Хэлла тоже может. Пойми, сейчас Хэлла сбиваем. Следующую 15. Смогу сбить. Скоро контроль. Сбил. Следующий, наверное, не смогу. 6 секунд. Те, кто с даггерами, готовьте бить людей контрольных. Я Фири не могу сбить. МК сейчас. Убей, иду сбейте сове. Кулидринка, парник. Владикона иду бить. Я в вихрях, ты мне не выбьешь. Чего, может падать? Вот. Нормально, вытаскиваю, кстати, из контроля, прикол. Кикнул каст. Давайте пробуем просто для прикола. Огненная глыба. Да, сейчас там. Кикни... на позиции. Ну, ебать, ты на таком боссе чекаешь. Конечно. Где ты то, блядь, АФК стоишь, что еще что. Это надо прийти на маник всем и просто побить. И все, типа, тут надо до 50% эту фазу доводить? Да. Да. И меня кельта забить. Ой, ее тут какой-то прикол. Фениксов забирать. Ага. Это надо отходить, да, от него на вот этой теме? Там огненная лужа под боссом появляется, от нее отходить. Да, я так и понял, я поздно сопризил. Фаерболы надо сбивать еще. Типа поставить двое лема на фаерболы. Типа переписать им макросы, чтобы не было с пронзающим ветром. Чтобы вообще, типа, ветер, я буду... Я буду спринт оставлять на фазу с контролем и бегать по челикам бить. Надо, наверное, убить. Кидать ветерки, а все когда я подвигаю к ним, так, скипать. Ладно, ветерок. Всем удачи. Можем пойти и ВК закрыть. Время дрочить экзамены. Актриса. Хочу шаверму. Ебать, вы все. Да, у всех. Без холидринга и к Актрисе можно было бы потратить еще. Но вот без остальных кринж.